Добрый день! Это ProObзор, в котором мы покажем процесс изготовления шлицевого отверстия при помощи комбинации станков SuperDrill плюс проволочный и резионный станок. Любой процесс обработки, как правило, начинается с изучения чертежа, предоставленного заказчиком. В данном случае требуется изготовить шлицевое отверстие высотой 40 и диаметром 95 мм. Процесс изготовления начинаем с прожигания отверстия на SuperDrill. Она позволяет точно привязываться к определенной точке в координатной плоскости с помощью УЦИ. После выставления координат и корректных параметров обработки приступаем непосредственно к прожиганию детали. Далее работа продолжается на проволочной и резионном станке. В данном случае на модели ProTech DK7730. Составляем программу обработки на основе чертежа детали. Далее устанавливаем заготовку в рабочую зону и заводим проволоку в отверстие. С помощью привязки к центру отверстия выставляем корректную стартовую позицию программы. Задаем корректные параметры с учетом толщины и материала заготовки. Приступаем к обработке. В конце производим необходимые контрольные измерения. При соответствии с заявленным размером передаем деталь заказчику.